В Сочи сегодня тушили пожар в пятиэтажном общежитии. Полчаса назад в МЧС сообщили, что огонь ликвидирован. Сейчас идет проливка конструкции. Один человек погиб, 17 пострадали, среди них двое детей. По предварительным данным, возгорание началось в деревянной пристройке, затем огонь перекинулся на основной корпус. Людей около полусотни человек эвакуировали. Причины пожара пока неизвестны. Следственный комитет устанавливает личность погибшей женщины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.